Республиканская модель правления стала возможной в Турции благодаря легендарной личности Мустафе Кемалю Ататюрку. Вера в демократическое большинство, принципы равенства перед законом – все это проявилось в принципах Ататюрка, которые позже стали частью Конституции Турецкой Республики. Подробности в нашем новом ролике. Мустафа Кемаль родился в городе Салоники. Юноша получил отличное военное образование. Но по иронии судьбы, военные учебные заведения, которые были созданы с целью поддержки и укрепления власти султанов, стали очагами вольнодумства. Их выпускники, образовав партию «Единение и прогресса», в 1908 году свергли Абдул-Хамида II и провозгласили Конституцию. Изначально Мустафа Кемаль симпатизировал идеям партии, но дальше их пути разошлись. Знаковым днем для современной Турции является 19 мая 1919 года, когда будущий президент объявил о начале освобождения страны от прежнего режима. Придя к власти, он ввел светское обучение и даже стал инициатором использования фамилий в стране. Кстати, о том, как в Турции сменить имя и фамилию, расскажет наш ролик «Хочу стать Юсуфом». Мустафа Кемаль инициировал глубокие изменения в Уголовном и Гражданском кодексе, создание национальных банков, провел немало других реформ. Он провозгласил Турцию независимой республикой и призвал отбросить все то, что тащило страну назад. Неудивительно, что Мустафа Кемаль удостоился почетного имени Ататюрк, означающего «отец турок». Предлагаем познакомиться с 5 интересными фактами из биографии и жизни Ататюрка. Неизвестная дата рождения. Нет ни одной достоверной записи, подтверждающей рождение Мустафы Кемаля. Сам Ататюрк шутил, что его день рождения – это 19 мая, когда начал борьбу за независимость родной страны. Аккуратность. Даже в самые суровые времена Мустафа Кемаль выглядел безупречно. Он ввел моду на европейский стиль одежды и до сих пор считается одним из самых стильных мужчин Турции. Любовь к животным. Еще в школе во время соревнований Мустафа шел к финишу первым, но остановился, чтобы спасти раненую птицу. Его везде сопровождали верные собаки. В течение его жизни их было 3. Именно Ататюрк подал пример всем туркам, как надо относиться к животным. Борьба за права женщин. При Ататюрке женщины в Турции перестали быть бесправными. А его приемные дочери своим примером показали, что теперь карьеру могут построить не только мужчины. Танцы. Президент Турции очень любил народный танец зейбек. В Турции берегут пленки, запечатлевшие, как он его исполняет. Узнавай свежие новости о Турции в нашем телеграм-канале. Turk Estate. Осуществи свою мечту. Живи у моря уже сейчас.